Ну, вот если вот совсем глобально брать, да, если не исходить из той плоскости, что кто-то поздно приехал, кто-то рано, как там проходила межсезонка в плане матчей, это вот эта вот перестройка, затеянная после неудачного, по мнению высшего руководства, выступления сборной. А, в сборной все-таки, да? Вот после этого была затеяна вот эта вот перестройка, абсолютно безосновательная, на мой взгляд. Не имеющая под собой никаких оснований, mm-hmm. кроме, может быть, финансовых. Возможно, финансово клубу было тяжело держать этот счет, потому что мы знаем, что прошлый сезон это очень дорого обошелся команде. Опять-таки, перестройка, подтолкнувшая Крейга Вудкрафта на расставание с командой, подтолкнувшая ведущих игроков на уход из клуба. Долгий поиск тренера, связанный с тем, что искали белорусского специалиста, угу. никак не могли найти достойного. Зачем-то надо советоваться с президентом насчет тренера минского «Динамо». Там и эту формулу легионерскую никак не могли привести. Да, я, честно говоря, я не уверен, что она сейчас есть. Там говорят, вроде бы, 5. Но я уверен, что если «Динамо» будет совсем валиться, и нужен срочно будет еще один защитник, подпишут еще и 6-го легионера. Я вообще всячески за то, чтобы отойти от формулы. Угу. Если белорусская составляющая позволяет максимально заполнять, ну, заполняйте по максимуму. Не позволяет, потому что оно ограничивает какими-то цифрами, типа 4 плюс 1, там 3 плюс 2, 2 плюс... Ну, это смешно просто. Зачем это нужно?